І почнемо з лінії бойового зіткнення, тому що багато позитивних новин. Давайте почнемо з Авдіївського напрямку. Що відомо, що Збройні сили України ліквідували, знищили, напевне, найпотужнішу, найбільшу колону танків, техніки росіян, кажуть, з часу повномасштабного вторгнення. Про що йдеться? Біля Авдіївки, населений пункт Тоненьке, в цьому напрямку окупанти кинули безпрецедентну кількість техніки. Загалом, зазвичай, вони не використовували там техніку, а місцевими штурмами намагалися просуватися. Що відомо, що росіяни використали 36 танків і 12 БМП. Зараз ми бачимо на фотознімку цю от колону, і знищено було 12 танків та 8 бронемашин окупантів. Чи справді це можна зарахувати до однієї з найпотужніших втрат росіян на фронті? Ну, это не может быть не самое, так сказать, масштабное, потому что было несколько масштабных таких потерь у россиян и на заходе, особенно на заходе в 22-м году, и вот уже за последний год-полтора и под Бахмутом, и с Попас, под Попасной, и в районе Угледара, да и в районе Авдеевки в том числе, потому вот та атака, которая сейчас, вот, про которую вы сейчас рассказываете, эта атака была на Тоненькое. У них стояла задача зачекиниться, сфотографироваться с флагом российским на этой территории, где-то рядом. Вот под эту задачу была выделена такая большая колонна техники, которая вот, сфотографироваться-то не сфотографировались на входе в Тоненькое, а вот технику практически всю потеряли. Пане Романе, і Бен Ходжес, колишній командувач сухопутних військ Сполучених Штатів Америки в Європі, висловився про Авдіївку. Він каже, що Авдіївка впала, але росіяни не змогли з цього скористатися, бо не мають спроможності. І він також каже, що мали росіяни перевагу в артилерії десь 1 до 5, в певні критичні моменти 1 до 10 і кількості снарядів, але каже, через брак офіцерів і сержантів, яких багато ліквідували вже наші оборонці, вони не змогли з цим скористатись. Ну, підійшли снаряди Петра Павла. Авдіївку реально здав, вірніше, подарив практично Путіну Байден. Не дав, не прийняли рішення по передачі в нужне время помощи, не выделили определенных денег и, можно сказать, подарил, на блюдечке преподнес Путину перед так называемыми перевыборами Байден в расчете на то, что Путин что-то ему подарит перед его выборами в конце этого года. То есть примерно так это выглядит. Как это было на самом деле, это уже потом как-нибудь или историки, или исследователи расскажут, но выглядит это примерно так. Подарили, не передав достаточного количества боеприпасов. Мы из Авдіївки вышли только из-за этого, из-за серьезного давления российского, которому мы ничего не могли противопоставить, кроме наших жизней. Потому было принято решение на отход из Авдіївки. 30, ну, как минимум 30, а то и больше процентов, это как раз недостача боеприпасов. А россияне точно не смогли этим воспользоваться. Они даже не знали, и до сих пор нет плана, реального плана, допустим, дальнейших действий в районе Авдіївки. Дело в том, что если дальше двигаться россиянам в районе Авдіївки, они, выдвигаясь, допустим, в район Карловки, они попадут в очень такую щепетильную, мягко скажем, ситуацию. Красногоровский с юга и Очеретинский с севера – два, и в том числе Карловский, особенно тот, который находится на правом берегу, попасть под удары с трех сторон, трех довольно-таки серьезных укрепрайонов, причем находящихся на высотах. То есть три высоты, они, если пойдут дальше на Карловку, они попадут практически такой в полукотел, это как минимум. С трех сторон это будет очень сложно, в клине не удержать практически невозможно в той конфигурации, которая сейчас есть у россиян, потому они просто топчатся. Вот топчатся по некоторым точкам, пытаясь там на Тоненькое двигаться, на Бердычи, эти населенные пункты. Но, опять же, общей стратегии нет. Тут не так, как вот Ходжес говорит, не смогли воспользоваться. Здесь нет стратегической перспективы выполнять эти задачи. Она есть только при движении на Курахово. Вот то, что они сейчас начали делать. Вот с точки зрения логики военной, здесь логика есть. Они перетекли
на Маринское направление и пытаются двигаться именно на Курахово, для того, чтобы обеспечить хотя бы один из флангов, южный фланг дальнейшего движения на Карловку. То есть, в принципе, задумка военная здесь есть. Вот почему и сейчас основные, практически половина атак идет в районе Маринки в сторону Георгиевки, Победы и Красногоровки. А это общее давление на Курахово. После этого только можно двигаться в районе Авдеевки. Они это прекрасно понимают. То есть здесь конфигурация, во-первых, расположения войск и географических некоторых препятствий. Пане Романе, якщо рухатись південніше по фронту, це вже інформація від керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова. Він от каже про залізницю, яку Російська Федерація будує на окупованій території, може бути серйозною проблемою. І от він на карті демонструється, каже, що Росія справді вже більше року будує залізницю, щоб з'єднатися з нашим південним тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, там, кажуть, залишилось 20 кілометрів, але також він натякнув, що сухопутною частиною залізниці, яку будують окупанти, українські військові зможуть впоратися. Дело в том, что там есть две, вот нарисовал он много реперных точек, но этого не надо, достаточно двух. Там есть один мост через Миус и мост через Калиниус. Там две речки параллельно идут. Одна по территории России, западнее Таганрога, впадает в Миусский залив. И вторая Калиниус. Так вот, это уже наша речка, которая идет с Донецка на Мариуполь. Ну, примерно так. И вот в районе Гранитного есть там мост, который они мастырят уже давно. Мы уже пару раз его минуснули. И в районе западнее Таганрога там тоже мост через Миус, через Миусский залив. Вот эти два моста, они выносятся, ну, очень легко. То есть, с одной стороны, это вот, допустим, район Калиниуса, район Гранитного, туда достают «Хаймерсы», ракета М-31, ну а до моста под Таганрогом достают С-200 и дальние средства поражения наши, которые также его отминусуют. Я так думаю, что не стоит, допустим, железную дорогу ковырять сильно на нашей территории. Пусть кладут, в конце концов, нам останется. Там довольно-таки неплохо сообщение вот между Мариуполем и Бердянском. Нам это точно надо будет, то никак руки не доходили ее там отстроить, отсыпать особенно. Ну и, естественно, дальше. То есть весь юг Украины надо будет электрифицировать и, в конце концов, с Крымом связывать Донбасс, с Крымом связывать Запорожщину. То есть это наши вопросы, потому пусть стараются пчелки рабочие.